Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Всем привет, это новая серия по ремонту Манас. Снова опять ремонт у нас. Там, короче, идет ремонт МАЗа. Александр ремонтирует, устанавливает стартер. Уже скоро, наверное, поедет в рейс. Вот. Дима Америка стоит тут в Вольво. В общем, все, Николай Викторович стоит в Вольво, еще и другая. Потом стоит Мац Серегин. Серегу вы не знаете. Саша Свеки стоит. В общем, тут все. Все собрались. Опять ремонт, ребята. Почему опять? Потому что ехал я, и все было печально. Я уже вот сегодня, видите, отцепил прицеп. Вот. Сцепление. Пока не знаю, что делать со сцеплением. Вот. Немного позанимаюсь, конечно, прицепом. Надо мне поменять резину. Вот она, помните, у меня взорвалась в рейсе. Вот это колесо. Нехорошее. Мы его поменяем, сделаем запаску. Скоро поедем в рейс. А пока надо заниматься маном. Надо, короче, надо смазать машину, поменять масла фильтра там. И, в общем, сегодня целый день, что делал, я прибирался в кабине. Просто я прибирался в кабине этого грузовика, этой шикарной кабины. В общем, пойдем и посмотрим, что я там сделал. Там-тарадам, тадам. Вот, ребята, какой стал уют. Как просто стало нереально круто в этой кабине находиться. Видите, я все здесь подмел, пропылесосил, убрал, протер. Да, остался бардак здесь и под спальником еще. А там уже все готово, видите. Просто я сейчас разуваюсь вот, да, и вот сюда ногами. Тут можно даже, я не знаю, можно даже уже спать прямо здесь. Я давно мечтал о этом ковре. Прям мечтал. И я его вчера купил, и сегодня я его постелил. Резать этот ковер лучше ножом. Ножницами плохо. Так что, ребята, все, кто хочет такой ковер. Наверное, я везде мониторил. Самая дешевая цена — Леруа Мерлен. Там я за него отдал 1250 рублей. Это длина его 1,5 на 80. Или 80 на 1,5. В общем, вот такой ковер стоит 1250. Это того стоит, ребят. Да, вот он... Я не знаю, распустится у меня или нет, но мне по барабану. И вот мне нравится, я его, видите, вот подрезал вот здесь вот так вот, да, он так-то здесь, вот он. Я вам сейчас просто покажу, из какого он, вот, вот. Я не знаю, будет он со временем у меня распускаться или нет, но как бы вот так вот мы сейчас это все дело спрячем туда вот, вот, все. Все, вот так вот, да. С грязными ногами сюда нахрен я пускать никого не буду. Даже сам не буду с грязными ногами сюда завать. Потому что этот ворс, его потом сложно стирать. И поэтому вот. Короче, утеплился на зиму, ребята. Утеплился на зиму. Сейчас просто вот нереально будет тепло. Вот здесь, кстати, вот у меня шумел рычаг вот от двигателя. Сейчас просто этого шума не будет, потому что будет закрывать ковер. Дальше, что будет происходить с машиной? Наверное, так, смажу, поменяю колеса, сделаю запаски, поменяю масло, наверное, либо здесь, либо в рейсе, потому что... Здесь дорогое масло, вот я смотря куда поеду, то может быть в рейсе поменяю масло. Дальше, вот Александр запустил уже мазурика, мазурик уже поедет. А дальше, что еще хотелось сделать? Опять с фарами надо купить какие-то хорошие противотуманные фары, вот какие, не знаю. Поедем в Москву, будем смотреть фары, потому что свет, как вы помните... У меня плохой,
фары надо заменить. Так что будем делать. Потом с электрикой, вот у меня замок зажигания у меня еще замудрил. Тоже надо им позаниматься. Ну, в общем, по мелочи. Вот просто реально по мелочи. Набегает очень много. Надо доски еще об решетку. Хочу новые. Они у меня купленные лежат. Вот я вам, помните, показывал в прошлых видео. Ну, в общем, ребят, смотрите, наблюдайте, что я как буду делать. Кому интересно, комментируйте. Правда, говёные комментарии, ребят, не надо писать. Я их просто, знаете, я их могу уже в бан просто. Я их так баню. И притом их буду все банить. Или вообще их нахрен отключу, да? Ну, зачем вам это надо? Поэтому пишите нормальные комментарии. Какой Костян молодец, какой классный у него ковер. Я хочу такой же, да это недорого, да это супер. Там, знаете, вот можно комментарии. Или там, допустим, по технике. Там, что я, допустим, мне надо сделать, допустим, я не знаю, там. Ну, много можно придумать комментариев, поэтому... Ребята, все, давайте, я дальше занимаюсь ремонтом. Для вас видео продолжается, для меня уже сегодняшний день уже закончил, я уже устал вот так до ужаса. Поэтому давайте, я буду заниматься, у меня еще неделя времени на это все про все. А вы смотрите и можете ставить пальцы вверх, кто-то может поставить вниз, если такие есть. Но лучше ставьте вверх. Так что все, смотрите, что я делаю дальше. Господа, снова у нас съемочка ремонта. Ман запустился. Свадьбу Джека отгуляли после выходных. Сейчас у нас, короче, что? Видите, коврик уже лежит. Новенький, классненький. Все мне нравится. Так, автономка у меня вот так вот сделана. В общем, отогнала своего мана. Буду снимать сцепление, ребята. Снимать коробку, смотреть, что у меня с сцеплением. Потому что эта тема мне не нравится. И перегонять будем его вот на другое место. Так, Александр у нас тут занимается автомобилем. Сейчас вот этот вот чудный аппарат мы отгоним, что Сереги Левицкого. Серега, тебе привет, МАЗ твой отгоняю. Так, теперь будем учиться ездить на МАЗе. Так, массу включаем. Ну вот, МАЗ такой у Сереги клевый, короче. Почти же обзор вам сделал. Так, это нейтралка. Ага, не знаю, как ей пользоваться. Так, включаем зажигание. Оп. Заморгало. Ну, я надеюсь, заведется. Так, аккумулятор есть. Масло есть. Все есть. Пробуем запускать. Вот так вот, ребята, он завелся за 2 секунды. У меня ман так не запускается, ребята. Прикиньте. Обалдеть. Все стоит, все, тахограф, рация, прям вообще все четко. Автономочка тут мокрая или сухая, или в общем вообще все шикарно. Так, ребят, ну чё, так, сцепление у нас пока нету, качает воздух. Так, а как у нас руль опускается? А во, нифиг, во, вот это да, вот эта тема, я вам скажу, ребята. Круто. Ладно. Пока отключаюсь, качаю воздух, потом буду подъезжать, еще поснимаю. Ребята, еду я на МАЗе. МАЗ. Стоит, работает ман. А мы на МАЗе. Так, сейчас будем ставить его вон туда, к моему прицепу. Посмотрим, как мазай синим тентом будет смотреться с моим прицепом. Так, едем. Так, о, вот это тормоза. Так, вот это задняя, не? Да, это задняя.
Все, едем назад. Ман работает. По зеркалам смотрим, да? Так, едем, смотрим. Так, припарковались. Вот так вот смотрится МАЗ Серегин с моим прицепиком. Хотя, неплохо так смотрится. Оно может даже и зацепить его. Видите, у него тут все есть. Все выхода, все. Фаркоп только чуть-чуть другой. А так все легкую. В общем, прокатился я на Мазурике. Поехал теперь на Мань. Буду ехать. Все поставлю его туда. И буду разбирать. Посмотрим, что там со сцеплением. Если я вам покажу, из-за чего я это все делаю, кто не знает. Кто не знает это все. Вот, видите? Сцепление выжал. Вот. Вот сейчас включилось. А до этого не хотело. Что с ней, я не знаю. Вот опять. Оп. И включилось. Что ей надо, никто не знает. Так, или поехать, наверное, на эстакаду, поглядеть, а потом заехать туда. Все, поехали.